А перед началом ролика я вам советую канал Дворникова. На данном канале вы найдете веселые видео и много чего интересного. Хороший и качественный контент. Ну, не считая звук. Да камон, сделай, пожалуйста, потише звук, а то иногда орёт. А так переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. А мы переключимся к видео. И всем привет, дорогие друзья, с вами Фили, и по опросу вы выбрали Россию. А на втором месте был Молдова, на третьем была Польша. Ну, что сказать, Россия так Россия. Я так сначала тупил, как нарисовать, потому что вроде хотел, чтоб плечами так понимал плечами. Но сначала что-то вышло, что угол был странный, и пришлось потом переделывать. Если честно, я не знал, как я рисую. И даже традиционные цвета именно флагами я не нарисовал. Я нарисовал просто какую-то футболку, которая синяя, белая, полосками такими. Уже с этим еще тени делать, с этим была одна заморочка, но все-таки выглядит более доступно. Я там еще делал так, то, что глаз самого персонажа не видно, но видно то, что он улыбается и шмыгает глазами и говорит, что все нормально. Но это не означает, что много зетов, это просто то, что делает, не знаю, типа просто гостеприимно. Он сделал так спокойненько и все. Также я ему еще на левой щеке добавил такое черное, как будто что-то плохое происходит, и он говорит, что нормально, пытается скрыть это. Да. Кстати, я решил, что буду добавлять фразы именно на традиционных языках, которые буду рисовать авторы. Так что если вы за, то в правом верхнем углу будет голосование. Ну, не буду мешать, всем приятного просмотра. Just begun. Are you ready?
we're back from the dead. Hell yeah. We're back from the dead.